Я думаю, что очень такое приятное завершение домашней серии. Каким матч для вас сегодня получился со льда? Да, очень упорная борьба была, тяжелая, и с первой до последней минуты все ребята делали то, что нужно, выполняли задания тренера и довели игру до победы, хорошо проявили характер. Не так давно с «Нефтехимиком» играли, обидно уступили в гостях с крупным счетом, такой большой разницы. Насколько сегодня было важно психологически, скажем так, и реваншистски сегодня с ними победить их? Ну, а сейчас каждая игра важна, и тем более после поражения в гостях это был еще дополнительный стимул для нас. И очень плохо начали в гостях, знали, что они хорошо начинают. Сегодня старались с первых минут играть и вели игру, потом пару раз ошиблись, но продолжали играть свою игру, сравняли и довели до победы. А в какой момент все-таки, так, скажем, неудачная полоса в матче появилась? Повели вроде бы в счете, все получалось, могли успех развивать, но соперник смог дважды отличиться подряд. Неудачные отскоки где-то ошиблись, и второй гол, там шайба неудачно отскочила, пропустили, поэтому я не считаю, что это какая-то... Что отпустили игру, продолжали играть свою игру, просто им удалось забить, и мы продолжали... Мы свою линию сравняли и довели игру до победы. Виктор Николаевич в послематчевом интервью отметил характер и похвалил ребят за то, что не бросили играть и старались действовать впереди. И как сами скажете, насколько сегодня как раз характер сыграл, именно вот этой разницы был? Да, сейчас все игры идут кость к кости, надо доставать все резервы и играть на 105%, на 110%. И это мы сегодня показали, что надо с первой до последней минуты верить в себя и продолжать играть. Насколько вы вот сами довольны в том, что сейчас тренерский штаб использует такой элемент, как дополнительного игрока меняет на голкипера? Насколько это раскрепощает, скажем, хотя Саша Хмелевский сказал, что нужны для этого, скажем так, железные яйца? Главное, чтобы это работало, и пока это работает, тренера, значит, делают правильные решения. И все-таки тяжело играть 3 против 4, и это приносит результат.